Добро пожаловать на канал HardRessetInfo, перед нами находится телефон Samsung Galaxy F14, и сейчас мы разберемся, как изменить язык системы в данном девайсе. Итак, для начала мы переходим в настройки. Здесь мы уже идем пониже в General Management, вот такой вот. Тоже вид настроек на сером фоне. Чего нажимаем на первую функцию, это у нас language на английском, на других языках я не знаю, как оно будет. Потом нажимаем на плюсик, чтобы добавить язык. Выбираем язык, который мы понимаем. И выбираем регион, нажимаем правую кнопку, это у нас set as default, то есть установить как язык системы. Или по умолчанию. И спустя некоторое время телефон будет переведен на указанный вами язык. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!